За одним столом директора школ, ректор вузов и представители власти. Все собрались, чтобы подвести первые итоги и решить дальнейшую судьбу базовых школ Российской академии наук. В список опорных школ РАН вошло 108 образовательных учреждений из 32 регионов, в том числе 3 из Ульяновской области. В конце мая такой статус получили лицей номер 20, гимназия номер 1 и лингвистическая гимназия. Сразу хотел бы обратить внимание, что это не значит, что мы формируем 3 элитных школы, куда будет тяжело достучаться, и вот они так-то были элитными, давайте говорить честно, а станут суперэлитными. Нет. Каждая эта школа должна обеспечивать взаимодействие с другими школами. 1 сентября 2020 года 3 базовых школы РАН перейдут из муниципальной собственности на государственный уровень. Этот срок нам необходим для того, чтобы провести все процедуры правовые, финансовые. И мы понимаем, что это не быстрый период, поэтому мы для себя определили вот до 1 сентября 2020 года. Эта передача влечет за собой увеличение внимания к школам, в том числе и финансового. В 2020 году каждая школа РАН получит по 10 миллионов рублей из федеральной казны. Кроме того, Российская академия наук и Министерство просвещения России будут устраивать для ульяновских школьников мастер-классы с участием знаменитых ученых. Губернатор Сергей Морозов сообщил, с 2021 года каждая школа дополнительно к федеральным деньгам получит еще по 5 миллионов рублей. Нам необходимо очень срочно с вами внести изменения в программу развития, в учебные планы, в основные и дополнительные общеобразовательные программы всех 3 образовательных организаций. Нам надо уже четко понимать, как мы обновим материально-техническую базу. Гимназия номер 1 планирует потратить деньги на оборудование сразу нескольких современных цифровых кабинетов. Учреждение делает акцент на лабораторную деятельность. Лингвистическая гимназия выбрала смешанную модель базовой школы, сделав еще больший упор на иностранные языки. Помимо углубленного изучения английского языка, новый статус даст возможность учащимся освоить китайский и испанский. Руководство гимназии заключило договоры с 2 ульяновскими вузами и ведет переговоры о сотрудничестве с институтом имени Плеханова в Москве. Помимо того, что у нас гуманитарный профиль, и социально-экономический профиль, мы вводим еще технологический профиль и, естественно, научный профиль, поскольку это востребовано, потому что мы провели анкетирование наших обучающихся и выявили наибольшие их интересы. В распределении полученных средств примут участие все участники образовательного процесса. Это педагогический состав и сами школьники, а также родительский совет. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.